Здесь мне задают, будет ли конституционная реформа. Все эти изменения, они касаются текущей конституции. То есть конституция работает совершенно по-другому. Нормы закреплены таким образом, что все решает Назарбаев. И, конечно, чтобы все это произошло, чтобы эти изменения были, необходимы конституционные реформы. То есть новые депутаты, новый парламент должен внести эти изменения и провести кардинальные конституционные реформы. А мне теперь задают вопрос по конституции, будет ли переписано. Я уже по этому поводу говорил. Ну, во-первых, должности президента не будет, поэтому автоматически новые депутаты должны изменить саму конституцию. У нас будет парламентская форма правления, не президентская, поэтому тоже будет изменена конституция. У нас не будет двухпалатного парламента, мажилиса и сената, значит, тоже нужно вносить изменения в конституцию. У нас никто не будет обладать привилегией, как Назарбаев, который имеет все, а народ ничего. Мы все эти привилегии отменим, все будут равны перед законом, как депутаты, как премьер-министр. Все будут равны перед законом, не будет никакого исключения. Поэтому эта нынешняя конституция будет приведена к европейским стандартам.